В Оренбургской области сейчас идет срочная эвакуация жителей села Горьковское. Степной пожар. Его фронт растянулся на 3 километра. Вплотную подступил к домам. Пламя уже уничтожило большое хранилище сена. Несколько мелких строений перекинулось на склады кормов. На место уже прибыл пожарный поезд, а также вылетели 3 самолета Ил-76. На защиту села вышли и местные жители. Они набирают воду ведрами из реки и заливают огонь, справиться с которым мешает сильный ветер в направлении населенного пункта. Первым делом на автобусах в соседний поселок вывезли малышей из детского сада и школьников. В общей сложности эвакуировано около 1000 жителей. Для них подготовлены пункты временного размещения.